Фипшаджис жуа дихепкал хяпаха, караше шерджис карал телевидение, милья жигам, адача кафедоша. Адыгахепкам хогуана джехкай гуаш, хаташа был гуфоху и нажабжи, кигашафаш дихепкам итхида гулейр, намыс адаб гупсиса кузихал, хабзехар, адыгабзадехашар. Псом я парараши хепкар, хепкзажар, цуххараш. Тамахобжига джауза абаджижма дите зихупри хапляш з охугагажагоным. Хотаунат азизахахам я хлябгзахосым. Ой гупсис мабхода зихахахар хабзахуауг догодж. Аум бдэж гашагун тшухуар хутаха хлябгкодым казардегодж ураш. Яхаташа бухам адыгия бази на гуэй габардеж унахим ча шипсоухари гиблягахат. Гаддагошаха шахар оруатача дизаманам канаса хлябгам гадегодж хабархамча. Но ба яша ачапсаучари гадхуауташ. Мы уходим дальше, когда пожар, но бы али брдко квашечь дезеджо. Я пам хагундуквоего шитар, инжижтик псе уфам кашуте сам каше гажава, пшара жхреяо, мужлягом дез хуте хараш. Арати фепл хлебк захосем те ухава дга хазра натнем. Зиблячар зашам хаконияш, ауар запмуа, гашам кшекочнер захитар, хлябкам итхидер хозхума на хжгамра, хлябкам едуне радача загагуаташ абляшамра, зазыбх хлягораш. Иджибляха алибердуга кваши дэс хутахая фашача хлябкзе хоз захиташ. Данахен Хочах и Джая Унахошхар, я пох здрага блягар Кавказа Ожим Хакудахам Яфая Пхираш. Ажапарм Ухогомиш Адзапаш Ухохам Купшиса Куддидажальш. Я парауа, а за Ожираш Хутаха Яхепхар Хагакудам Шазабхирдзаш Ахам Изашхаусогор. Зихахахахепхам Ибзаргаш Таура Хутаунагота Зизахахам Яхатхаш Адыгахар Абазахар Кабардейхар Нагойхар Рашейхар. Етуаны рауы, дуней псом я падыды Кавказзаум хакодахам я фаепхер ухонер зик гаджари зғазажари хута Михаилш. Абы гош аслян ноба мабдэж ухор зачахигагур. Дя пайтахам фашахуашу хутаха уашхамдаджаш, фаепхмывам уцгагахар тралхари заум хакодахам шхашахуашаш. Ихеси шача хябхуйтынагам жабына адажхам яфыжача, но ба яха кужым гинахаш хутаха яхябгар. Хябхзахусын гайгулахар гважым памыжжоу шиа згабсаху памджайраға плягаш. Адыга хабзам дегу хашахам япежахаш шухбастар я агу адыга мақамари яхау. С гордостью можно говорить, что в Либердуке есть, в Адыгее есть род хутовых. Дай Бог, чтобы все они процветали. Захосаши, его жосета, нахри и тасхаши зад захосу, тапкар дзарцуху, нагудов дзахоху. Тисабихар нахри нах захудовху. Арбухвак охур, кашану пасюжая, шапхурям цеху, или я дальхуям цеху, зарашазарам цеху. Фабжус и гуапаху арризоваться рашар. Пусашхуаху зовут астанцима. На войхаре, базаре, абардере, Куадыгыр қасатымы нақыпышты. Псоуыры дұзыр көпчін дзекас қаш. Арз имуаса шағы.
Барачет Ухзрага Паша Анахам Адга Хабзам Тету Нахаж Нахашача Захараджауа Шхаху Захаратас Хахаш. Жандер Хуагафашаш Хута Хепхам Янахаж Ихес Бхужра Туразинбж Хута Уасманра Ихес Бхужра Зразинбж Абдульчаримра. Дай Бог, чтоб сколько крутилось колесо, столько счастья вам давало Бог. Дай Бог, чтобы это не последнее было, чтобы каждый раз встреча наша вот такая была. Мы произошли от одного человека, все почти, можно сказать. Этот человек соединяет нас все. Гора с горой не сходится, человек с человеком только сходится. Руку об руку, если не моет, не знает, говорят друг друга. Вот поэтому теперь узнаем друг друга. Зинубжен ахылшагар мадрэй пэшумчаш зэхэсэхэш альбэрдгошэш лэпкэм гаабгэ дэджу хута рамазан япашу. Махошыр хуабжу ягадэхаш ижи зэрагазэхуаш хабэз районам ежан хабзэм ильяжакэхоу мамхэх зурида, санэшоху зурида, туаршы амир, токба ахунцыма. Цухам яку гадэжым згрэгэ ату и орэдхэр жиаш ошоху зуриди. Ауа нахыш харарати, дэна гуапи гиджа хутау на гоца зизахахар за даваршару и атхыдахар за хуауатау зарзахасахараш. Юрий Хутов, Красновосточный. Вот сегодня собрались род Хутовых в Алибердуке. Да, мы очень рады, да, что такой большой у нас род. И радуемся, сегодня встречаем, поздравляем всех Хутовых. Здесь и нагайцы, и черкесы есть. История все-таки откуда берет начало, как вы считаете? Ну, когда-то мы были у абхазов. Абхазы рассказали такую историю, я записывал ее на телефон. Нам сказали, что ну, все хотят себя приобщать к знатным родам, но я, не придумывая слова никакого, просто цитирую практически то, что услышал от абхазов. Был и есть, существует знатный род блабровцы, и один из сыновей, младших сыновей князя, решил, его звали Хут, как мне рассказали абхазы, решил жениться на девушке из более низшего сословия, как те древние имена говорили. Отец воспротивился этому, и вот на таких очень принципиальных отношениях Хут ушел из семьи, но женился на этой девочке. Вот говорят, что фамилия пошла от него. Нашему селу 284 года, Красному Востоку. И наша фамилия является коренной фамилией. С первых дней основания нашего села Хутовы проживают там. Естественно, если глубоко брать в историю, то хутовский род проживает и в Абхазии, откуда, в принципе, несколько сотен лет тому назад абазины, в принципе, и вышли. По некоторым рассказам это с 12 века, некоторым с 15 века. Но корни наши оттуда, и хутовский род там тоже присутствует. Поэтому мы, как абазины, говорим, все прошли от абазины. Нагайцы говорят, все от нагайцев произошли, все от черкесов произошли. Поэтому в данной ситуации мы не можем спорить, нас должны объединять общие вот такие человеческие хорошие отношения. А глубоко в истории, пусть копаются историки, находят действительно, как все это было. Мы в любом случае рады, что нас все больше и больше. Пускай завтра будут и греки, пускай завтра будут и русские хутовы, и других национальностей. Мы их тоже будем в свою большую семью привлекать и тоже будем в вот таких застольях вместе участвовать. Ну, с детства у каждой семьи у нас слышна была речь и абазинская, естественно, черкесская, кабардинская и карачаевская. Ну, всегда говорили, что родственники есть и с той, и с этой стороны. Ну, да, это важно знать. Но важно и то, что смысл, какой будет в нашем житье-бытие, что мы по себе оставим. Вот сегодня спасибо тем, кто все это придумал, кто вот это событие. Ощущение того, что важно, может, сейчас еще не ощущается, но это придет потом. Красный Восток зефашагаца база гожем хутаунагоца зезахау нарабиишара шанкора дэсхэш. Казаржа джамча цухубжагача хутаха нахабаузды дэсэр кабардэйш на ахераш. Сарик хутаха бардэйш псуахар бхозун дзэх унагуа. Шалагуам зэзум зэх дэс адрэхар ермачик и аза начик дэсса. Хара хутаха дзэх дзэх псуахар дзэх. Исмагазан дэс.
На ходер даура, а кабардем чазер жифер. Бича хута жаа, а база хам хут жаа, фада. Хута. Хута. Са хута мусарбиш. Вот. Хута хабзе, хута нару, хута саб. Я вот что. С гом жаа усигилт. Ма ходис у на ходер за текуар. Зберем теходжаста. Зу, ёхзе шва. Ажи дишепх. Майкоп дас. Доктор исторических наук, профессор Людмила Рашидовна Хоп. Я без всеобжа. Люди за моду фафабжидо, а деда габарде, а база за ашарджеса. Моду на гойше узгаска. А раши амехат узгаска. Ингуши мышхаши мягат, хутиев, хутуев, баскара мягат. Мрдав за рашита зати, дезитехура у навадзе жахамара. Дезапош, дезадельфи шапх, дезапшати, дебсори дезапш, я биосита, майкопский университет, а бджа нахко азужач, а охуми, ну дебсори, биса, габардем, шапсагумра, абхазмра, дриджаура. С сихер, я плаву прагажану, академия наук, сигурис, давача, дезитохва сидя. Джо, я помимо бюджета, что уже джинта, дихапкам шашау, би на хаббар, сбгридзя же хуар, урускавказа, ура. Хот, жбава, бждоб заджа, урускавказа, забзаджим хорошо жил, ура. Фа. Шо, здета схам, хот джаат, меставш, хот. И дуану, сабиру шашхум, это хубзан фазажам, а ухузе фазажам, хот-хот-хот, жао тебжат. Жазе цик, жазе, то есть мужское начало жива, мизайтура. А ухузе хват эно бариза хоссер? Эно бариза хоссер, эу дигуа пахвам, эу даху я годжим, там и рапсоа да дебоша, бечет десин, вей, дез вам годыжу, дез иссерджау, дез заошерджау, ди нахазу фар. Пригласили сегодня, очень рады мы, что род Хутовых собрался. Ну, очень приятно. Многими познакомились уже. Как вот Хутовы стали нагайцами? Вообще, эти, говорят, предки Хутовые абазины наши. Ну вот это среди нагайцев остались, и как-то мы родились там, и нагайцами записались. А фамилия осталась наша. Нагайцев Хутовых сейчас у нас порядка 13 дворов насчитывается, это порядка 100 человек. Ну, разбросаны мы в основном, конечно, в Карачаево-Черкесии. Такой центр, где больше всего нагайцев Хутовых, это аул Иконхалк в Нагайском районе. Очень много Хутовых сейчас молодежь, везде перебирается в город. Конечно, большая часть сейчас в городе живет, потому что работа там. Ну, как бы вторая, такая, скажем, родина нагайцев в Новый Уренгой. Туда тоже много очень Хутовых, ну и других нагайцев приезжало. В Ростове очень много Хутовых, которые там тоже работу нашли. В основном работа как бы диктует свое, и люди приходится там, находить где лучше. Вот. А насчет сегодняшнего мероприятия хочется сказать, что вот из поколения в поколение вот тот сход Хутовых, который был в 87 году, я тогда еще не родился, через год только появился, да. Но сегодняшнее поколение, которое тогда участвовало, уже может рассказать, как было там, как сейчас происходит. И вот так из смены из поколения в поколение, надеюсь, что не с такой большой периодичностью, а вот почаще будем собираться. Что вы знаете об истории Хутовых, которые живут вот в Нагайском районе? Где Белая мечетка, наверху Белый мечеть был. И оттуда наши разошлись по всем краям. И в Красной Востоке, и Алибердукский, и Канхалки остановились. И Старокубинский тоже есть Хутовый. Они тоже там туда ушли. И с тех пор они уже начали распознаваться, где жили. Там и они оставались. Ну, что сказать, ну, мой дедушка был Хутов Ибрагим Теймбоевич. Дедушка, да. А у него, оказывается, сестры были у Ивички Кени. Сейчас они работают, Хутовы тоже есть, короче, есть у Ивички Кени. До этого вы вообще общались вот с Хутовым других? Да, я общался. Красного Востока. Я учился в Первомайском совхозтехнике. У меня был
друг Муков Магомед Муратович, он с Карапага. И где-то мы где-то год проучились, и он узнаем, что мы, оказывается, родственники по матери его. И я вызвал на родительское собрание, отец не поехал, а поехал дедушка. И дедушка, он узнает, дедушка в этот момент узнает, что у него у Чкекени есть сестра. И они, дедушка там поночевал. 3-4 дня у него гостила. Вот так я узнал Мука Магомеда. А так я вот это псышка Магомеда знаю, Магомеда Птуевича. Дэвтэр хэртэгэ жапэл шэту хутэхэ яхэ бутхэдэрт хэжэлэш агэм. Ор уатэджэ яхома раж дэ заманым гасар. Я анэдэльхубзэр затэму хомэй гэзэхэджэ лэпгэм ебшэр зэрэ атэным хужэг хоума псэу. Я джагэш вэхэр гэраль овзэй хэхэр аж агэль цару ахэр яаш. Илэпгэм ицэр жэжэзгэ уахэм яшэш. Тэгвэндомджэ дунэпсэм я чемпион нагуш зэхэзэху кодэмджэ тэгунэгэхэр гэшэзэха хутэр Руслан. Агажагонарарашим лэпгэм пэлюани гахэджэш. Хутэгэзбэг гэшэмэху агучэйоуэри гуш унэр пхэмхэуджэ. Псэм я агажагу гуш унэша джашэхэр затрэ уанта запэшэч. Казбек, да, у меня есть охуре бажаха. Кочагм, вообще мы мазиште жалужин. Спортзам сижу ту. Мы уже на горах с горгом Иванту словати, зараз смотрели словати. А руш хоб хотя не хуёго жачин обходил, что на тебе он танц хаджера. В основном техникум котлабрышу. Захосим има ханер, пшантам шеджегу сабихар на уаса зарзахохумра, ирысхар барачету зазраха, анам бгадасхар зарзадавар шарамра на рахлях пшахт. Хапзахахар хуабжу и гадахаш альбердуква пшара шахраху фашау дэс хутаслян. Наконец-то сапкар затрачен, затрачен, шаж разыхачаха, упшцун житари, абитету бдери, ноба тренаса забе, дегубсасур, ноба лахмжиема, захочесава, догуфа, дегуфа горка дахава зорлета, мис ноба дижадахер, дипшашахер, дибинхер псори, зердохатухри, дяпача ялах, дзарашугурара, ноба захача, охогоряшему губшу. Дяпачи пашану, абыхам сашагур, сохох кайхотлану, дэнджагуами, дэнэджа шумаахами. Ара сигурфуху, сихоху, бизану сизихуэр. Хутаха язахусыр, хох псалихамча урадхамча гафахамча ганшау шыташ. Нахаш хададарараши, ляпкам я нахыжи-нахыжи зэрлягуахаш, зэрцухуахаш. Мы ухуго дахам адача гапашан ямурач. Ляпкам ина хыжхам унафах зарахамча и хасишкас хутаха захосынуш, гинамжауа ляпкам гаша адсит хода ухугохари зада агынуш. Гувагумра ляпангамра хату хутаха я ляпкар тхашхам нахри яхуйга бааго.
Мы входим в гуфорозах хадаха, ваши хапчачи, уйгум зриат, уогушхуа, хапкам, как он узари аркабгуроа. А то зайзерам хяхуахау, зауната зарахау, хапкужирам яхасупсоу, зауна кошхар, янахужи, на уаса захохуахаш. Замаху заушача хапкар нахрибагуаш. Кагуруаш хутаха цухбжигача, цухцаруахамча, цухпажидунем тетхамча заргулейхар. Ардауч фогошхос, гашам ушизгагушхос. И джизе хутахая жизоа, фихепр ташхом нахри фуйгабаго. Диадгахепр дахашар нахри ташхом иригаваго. Но багадапхяхам гушетавхосуну сухойш, хепр захос, я хепр гуфагогорка и фхажама закатховгаза. Дигуапов денувхаханош, федрагушхов хепр мипшар нахри кавдат атанош. Абычай қарал телевидением я дыға құдама мейлі жығар ғобжға көніс зәпідоғау. Но бағдап яхам махов дітті тәмқы фет. Ташқан фриға фа көі. Фычы.